Услуги милой и доброй няни. Оплата 2 бутылки водяры. Чудесно. Алло, добрый день. Мне нужны услуги няни. Срочно. Извините, конечно, но я больше не занимаюсь такими делами. Плачу ящиком водяры. Еду. Здравствуйте, детки. Ваша мама уже ушла? Да. Отлично. Вас приветствует дерзкая няня. Уровень жестокости хард. Это значит, что вашим родителям все равно на телесные повреждения своих детей. Фу, нам не нужна какая-то там няня. Я не какая-то там. Будешь так со своей мамой разговаривать, но не со мной. Ты пожалеешь об этом. Он болен? Да, слегка. В детстве у него развилась Мне насрать. В общем, на этой чудесной ноте наше знакомство подходит к концу. А теперь живо в свою комнату! Ох, обожаю свою работу. Так, тихо всем, ко мне подруга пришла. Привет, привет. Слушай, я тут с малышней сижу. Ну и не беспокойся, они нам не помешают. Ну все, хотите играть по-плохому, будет по-очень плохому. Уровень жестокости ультра-хард. Бежим. Где вы? Далеко не убежите, жопы. Хотите поиграть в прятки? О, отдохну-ка я пока что и полежу на этой мягкой постели. Ну что, понравилась играть? Подруга, как ты сюда попала? Черт, звони в скорую. Тебе нужно полежать. Ну все. Теперь я их точно прикончу. Вот ты где! Ах ты маленькое говно! Ха! На этот раз тебе повезло! Черт! Побежали отсюда! Дети такие! Куда они побежали? Только не это! Так вот ты где! И это все! Беру. Дети. О, наконец-то! Хоть какое-то вознаграждение за мои старания. О, сегодня водяру куплю. О! Привет! С вами канал Крутые Чуваки 2000. И сегодня мы снимаем 100 слоев пищевой пленки челлендж. А еще сегодня мы проведем эксперимент. Что будет, если сбросить человека, завернутого в пищевую пленку 7 этажа? Выживет он или нет? Давайте посмотрим.
Я ненавижу челленджи! Я убью вас! Я убью вас! Я убью тебя! Я убью все! Я сбегу от вас! Ой! Меня укачивает! Маленькое говно! Мы сделали это! Да! О, привет, детки! Ну что, как ваш первый день с няней? Я вас убью! Ой!